Школьники из затопленного весной Кульсаре экстренно возвращаются с отдыха в Минводах. Все из-за древесных жуков. Дети испугались насекомых, которые заполонили корпуса пансионата. В казахстанский пансионат, который находится на территории России, 174 школьника из Кульсары прибыли накануне. На известном с советских времен курорте в Минводах они должны были отдохнуть неделю каникул. Но уже утром произошел скандал. Дети проснулись в ужасе от того, что их комнаты заполонили крупные древесные жуки и слезно просили родителей забрать их оттуда. Оказалось, жуки под названием клоп-черепашка из-за внезапного потепления поднялись в воздух и проникли в корпуса. Для человека они считаются безвредными, но если раздавить, появляется характерный неприятный запах. Теперь санврачи проводят в корпусах дезинфекцию, а чиновники возвращают детей обратно. В Железноводске несколько дней шли дожди, после чего стало тепло, и древесные жуки активизировались, проникли в корпуса пансионата. Сейчас в зданиях проводится дезинфекция. Ведется также работа по возвращению тех детей, чьи родители против того, чтобы они там остались. Ситуация под контролем.